Да, в захватах мы его видим, но он всегда цепкий. А вот именно что-то по атаке сам не лезет, я смотрю. Сейчас, как очень часто у нас это бывает, стоит что-то сказать, как в течение ближайших 3 минут. Но ух, да, тут есть забил. Прорыв, но это не он. Ух ты! Ой, красиво ух как! Ты! Это Вэлман! Вот и пятая его попытка. Вот мы говорили, первый здрасте. Тайм его было не видно. Да? Буквально пару раз, Валентина, мы видели. Буквально пару раз, потому что не доходил к нему на левый фланг мяч, когда веер пытались разворачивать. И Вэлман все время был без мяча. И вот, здесь, пожалуйста. Здесь просто, не знаю, что это дыра в обороне. Посмотрите. Раз. Раз, ушел. Есть ускорение. Оп. Поменял, ушел от второго. Да, но там бросался Юбер, уже... но... И Фарков даже не догнал. Да. Но красиво. Красивая попытка, но точно будет претендовать на одну из лучших, во всяком случае, у Монина. Однозначно. Сам все сделал. По итогам матча в туре всегда практически все клубы проводят опрос у болельщиков там, да, на лучшую попытку. Но я могу сказать, что вот это в индивидуальном ключе попытка. Просто аплодирую. Ну, он так проспал первый тайм, да, целиком. А потом, оп, одно ускорение, и сразу лишние 5 очков.